Так, зона платного паркования. Арабатские термы. График работы с 8 до 18. Вход 100, парковка 20. Еще деньги за парковку берут. Где? Внутри? Наверное, если заезжать. Касса. Читаем. Фитворинами заборонено. Вартість входу буде коштувати 200 гривень. Вход з 8 до 7 – 100 гривень. З 7 до 0 – 200 гривень. З повагою адміністрації. Ой, роботить, виходить, так? Так, тепла роздягальня з камерами для речей. Вартість ключа 30 гривень плюс застава 70 гривень. Повернення. Так, працює душ, шарко. Каскадний душ, вартість 50 гривень, 3 хвилини. Вхід без масок заборонений. А купатися теж в масках? Ну, купатися, говорю, теж в масках. Красиво. Так, вход безкоштовно. Учасникам АТО, інвалідам 1-2 групи, інвалідам війни, дітям до 12 років, посвідчення. Идем смотреть основное, правильно? Потому что людей очень много интересует. Я в прошлом году так забежала, чуть-чуть сняла. Я помню. Но вы еще не работали, да. Ну смотри, вот вода идет. Она постоянно идет, и у нас слив постоянно воды. И она сколько заходит, столько и вытекает. То есть она постоянно обмен идет. Но мы вот сейчас мы закончили. Буквально в 12, 13, 14 мы спускали всю воду. Мы делали профилактику полную, вычищали, меняли песок, на все лестницы поставили зеленую пляшу песочную. Как-то вот так. Потому что это полезное, да, все? Ну, это же натуральное все, это да. Ну, а целебные свойства этих источников остались такие же, которые были. А какие там противопоказания? Детям до 14 и все вроде, да? Сердечные. Гипертоники, конечно, удавление, естественно, да. А вот эти вот ванночки? Это джакузи, это, знаешь, для вот экстремалов. Кому мало? Ну, 41, 42, 43. А она тоже вода обновляется постоянно? Конечно. Постоянно обновляется. А и люди вот очищают, молодцы, выбирают. Ну вот здесь вот я смотрю, у вас еще работы, какое-то строительство. Ну, что-то будет, смотри, еще новенькое. Это буквально, смотри, что делаем. Сейчас объясняю. Это мы берем сейчас, накидываем ракушку. Угу. И они аккуратно, вот идем туда. Они аккуратно развиваются, у нас плавный вход. Я понял. Ну, это глицериновая получается тоже? Тоже. Тоже глицериновая осталась, да? Да, да, да. Не, и там, и там все. Мы тут теневые зоны ставим. Вот сейчас с понедельника начинаем, они сейчас заканчивают. Мы с понедельника ставим теневые зоны. Уже к майским будет, да? Уже к майским будут зонтики, шезлонги. Это все есть. Настоящие. Это все есть. Да, вот смотри. Вот видишь, где сколько шезлонги. Да, 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 да. Потом они там еще шезлонги ставят. Ну, где-то сейчас в районе. Кафешка уже работает. Работают две кафе. И будут работать рестораны. Ну, делаться будут все. Раздевалки? Если майским мы не успеем, то к июню 100%. К июню 100%. Да, это сушевая. Это они туалет. Работают уже? Все работает. Все работает, оно да? Работало. Видишь, вот смотри. Да. Вот такой пологий спуск сделали, видите? Смотри, мы выровняли дно. Угу. Вот земснаряд там стоит. Да, да, да. И земснаряд здесь был. Выровняли дно на 1,20 м, на 1,40 м. То есть, чтобы человеку было комфортно и удобно. Заход. Ну и заход, и ну, естественно, да. Чтобы у нас не было вот этих вопросов, да. Вот, вот смотри, тут здесь ставится теневая зона. Где-то пока, я думаю, что 36 метров будет. Вот там возле озера будет 10 беседок, но они будут платные. Угу. Но это VIP-беседки будут с такими настилами везде. Они будут... А сейчас вот мы зайдем, шезлонг платный, бесплатный? Нет, все бесплатно. Это входит в стоимость. На майский уже будет вход 200 гривен с человека, да? Ну, все же поднимают, Таня. Ну, правильно. Потому что мы не справляемся... Электроэнергия по сумасшедшей цене, все по сумасшедшей цене. Ну, как-то нам надо немножко двигаться, потому что мы как бы пробуксовываем из-за того, что, ну, как нехватка просто финансов. Ну, понятно. Да, нам влаживают что-то собственники, ну, надо зарабатывать, чтобы мы могли влаживать все больше и больше. А душ Шарко работает, работает сейчас? Работает, и сейчас работает, работает, да? Работает круглогодично. Работает. А, круглогодично. Да, смотри, добавляем еще туалеты. Еще будет женский, мужской. На той стороне женский, мужской. На этой стороне душ. Там делается душ. Вон, заходите, подойдете. Смотри, видишь, такой человечек сидит. Это будут летние душевые. Ага, я понял. Да.
где души вы. Смотрите. Здесь тоже будет теневая зона, обязательно. У нас Ласунка нам, вот, кстати, собственник Ласунки здесь сейчас. Это наши хорошие партнеры, они по другому объекту наши партнеры, но они приезжают к нам, вот, и они тоже много, в общем, зато в Ласунка, они нам просто их поставляют, дарят, поэтому все как бы ничего в этом плане. Получается, здесь искупался, ой, погрелся и туда, да? Да, Ань, туда сейчас мы пока никого не пускаем, ты же видишь территорию. Да, мы чуть-чуть подработаем дно, потому что, ну, были жалобы на то, на все, что там грязь. Ну, вы, в общем, исправляете свои ошибки. Ну, стараемся, да, стараемся. Молодцы. Смотри, видишь, где лежаки стоят? Да. Вот так полуподковые будут, до 15 июня у нас будет стоять 10 беседок. Здесь это беседки VIP-класса будут, они будут там... 3x3 в чистоте, с сетками, с шторами, со столиком в середине и с такими сидушками. То есть, а впереди будут, еще будет терраса, и на этой террасе будет 4 лежака. То есть будет беседка сдаваться на 4-6 человек. Ты замерла. Работка стрелка. Сплошная реклама у тебя, да? Ты будешь прямо в ней купаться? Я? Нет. А вот, видишь, туда, сейчас сюда. Тут горячее сказали, да? Да, здесь 41-42. Сейчас посмотрим. Сейчас мы везде замерим. Я тут еще с дном не знакома. Блин, лягушку куда-то надо... Я боюсь, чтоб я не упала с камерой. Ой, оно кипяток! А тут холодно. Трех? О, так хорошо, устойчиво, не упадете. Да. А вот все снимает. Всех снимает. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Так же хорошо. Я соблюдаю. Ну так, симпатичненько. Буду снимать себя, то вдруг тут кто-то не хочет. Симпатично, симпатично. Сейчас мы замерим ого, температура. Блин, а в этом что-то есть. Получается, с холода в такую жару вообще ощущение супер. Смотрите, друзья, 40, блин, 2-3, не знаю, что там градусник. И смотрите, постоянно собирают вот эти вот полезные вот эти вот штучки. Да, 41. Что, мне кажется, у нас лягушка крякнула. С холода, кажется, кипяток, да? Нет, это просто хуже, ты подмерз чуть-чуть, а тут красота. Сейчас пойдем в джакузи. Я же говорю, что мало, не выдержала температуру. Ну да, до 50 она не может дойти. Она не, да, она там как заклинила. О, я себя вижу. Надо ее разобрать и что-то постараюсь. С ней, все. Лягушка. Не хочет она больше 40 пока. Ну как тебе ощущения? Там, что там? Там пойдем замерить. Давай. О, здесь горячевато. Она не покажет, она, наверное, сейчас вообще доломается. Смотрите, какой фонтанчик. А здесь горячее. Да нет, ну все же, ты не заметишь. Надо ее раскрутить. Поднять надо все. Это. Все. Все. Не выдержала зимних купаний. Лягушонка. Больше 50, больше 40. Ну тут там больше. Блин, что-то джакузи позанимали. Что, чуть-чуть погорячее здесь, да, типа? А здесь вообще... А мне, может, такое не рассказать? Что, горячее, сильно? Офигенно. Прикольно, смотри, ваночка, сидишь такая. Опа. А что ты, ну, может, вещи сюда принесем? Погрелись. Давай. Там же тоже, блин. Мы же там заняли, там кто-то пришел. Красота. Обалденно. Может, меня сфотографировать. Я на термах. Короче, отломалось. Смотри, отломалось. Все, я уже проверяю. Все, это надо новую видушку сюда ставить. О! Новую. Зарядка. Нет, не зарядка. 40 градусов можно. Блин, что-то твоя ванна горячее. Слышишь, до 40 градусов можно мерить. Воду можно мерить.
кипяток. Ого! Тут, блин, баня целая. Нифига себе. Вообще шикарно. Фу, у меня запотело. Супер, очки запотели. Классно. Офигеть. Это крутяк. Так, ну что я хочу сказать, друзья, это супер, это вообще, если честно, особенно в такую прохладную погоду, говорится в таком прекрасном, полезном, горячем источнике. Так что обязательно приезжайте, и я думаю, что особенно он полезен в такое время года, а не лет. Ну, летом тоже, наверное, полезен, но сейчас вообще класс, было так прохладно, я так согрелась, стою такая раздетая вообще, деловая, потом понимаю, что сейчас я замерзну. Надо быстренько одеваться, так что мы уже покупались, приняли ванны лечебные. Сейчас пойдем еще Севаш посмотрим, так красиво здесь вообще, конечно. Но отсюда эта камера, наверное, не передаст. Уже подойдем, поснимаем. Let's go.